tu boca, quizás tu respiración, tu forma de hablar cuando me dices. Слушай, это блондинка, твоя подруга? С нашего курса? Да, ее зовут Инея Калучи. Калучи? Калучи? Вы знакомы? No, нет. Идиот. Мануэль, ты должен был отомстить ей, а не влюбляться. Прости, папа. Я больше не сойду с дороги. Это правда! Папа! Папа, Мануэль застрелился после неудачной сделки! И Мануэль приехал отомстить нам! Ты пришла посмеяться надо мной и обеспечить мне еще одно наказание? Нет. Я перестану играть! Все-таки приедут и меня выйдет из папы! Да. Из-за твоего отца мой папа потерял все свои сбережения и даже жизнь. Да, твоя семья виновата в его гибели. Все, что она убежала с моего дома и уложила деньги в сделку. Мамику, которая еще не была вспомнена. А потом ты застрелился. Неправда. Все было совсем не так. Не так. Мануэль уезжает. Он возвращается в Мексику. Как? Что? Как? Из-за твоего отца. Он не будет играть. Что?